Голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» стартовало. Славянцы выбирают, какую территорию благоустроить – улицу Набережную или парк имени Григория Пономаренко. Уже проголосовало более 2000 жителей. Однако, чтобы получить финансирование на благоустройство выбранной территории, необходимо собрать не менее 13 тысяч голосов. С 26 апреля на сайте 23.городсреда.ру полным ходом идет голосование. Жители Славянского района могут проголосовать за один из двух проектов. Это благоустройство улицы Набережной или парка имени Григория Пономаренко. Для того, чтобы сделать свой выбор, нужно зайти на сайт, выбрать свой район, Славянский, а затем территорию, которая, по вашему мнению, больше всего нуждается в благоустройстве. Следующий шаг – ввести фамилию, имя, отчество и номер телефона. Через минуту на телефон поступит звонок. Последние 4 цифры номера входящего звонка необходимо ввести в графу и нажать «Подтвердить». Все, голосование завершено. Если у вас нет компьютера или мобильного телефона с выходом в интернет, вы можете обратиться за помощью к волонтерам, которые работают ежедневно около кинотеатра «Кубань». Там их пост размещается с 14 до 17 часов, а также на улице Красной около парка имени Григория Пономаренко с 9 до 12 часов. Волонтеры рассказывают жителям про голосование и также рассказывают о том, какие проекты можно выбрать, и также на месте с помощью планшетов помогают людям проголосовать. Я считаю, что каждый житель должен проголосовать, ведь от нашего выбора зависит то, какая территория будет обустроена. Стоит отметить, что славянцы достаточно активны в голосовании. Многие проголосовали уже сами, некоторые воспользовались помощью волонтеров. Но в любом случае, все положительно относятся к данной инициативе – самостоятельно выбрать территорию, которая будет благоустроена в нашем городе. Скажите, пожалуйста, будете ли голосовать и вот какую территорию хотели бы выбрать? Ну, скорее всего, будем, да. И будем голосовать, наверное, за набережную, так как там она как бы уже нуждается, мне кажется. Обновить ее немножко надо. Вот. А как вы думаете, вот каждый должен проголосовать? Почему? Ну, большинство хотя бы должно проголосовать. Ну, как бы не безразличен должен быть свой город. И как бы все мы хотим прогуляться по набережной красивой, к примеру. Вы голосовали уже? Почему и за какую территорию? Я территорию за набережную. Потому что она не ухожена. Один асфальт да цемент. И больше ничего нету там. Надо преобразить, чтобы было красиво. Товарищи жители города Славянска на Кубани, пожалуйста, придите, проголосуйте за то, чтобы наш город был еще прекраснее. Важно помнить, чем больше жителей района примут участие в голосовании, тем выше возможность именно нашего муниципалитета получить финансирование для реализации проекта по благоустройству. Голосование продлится до 30 мая. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».